кто будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Какие бы ни были вот сейчас намерения ваши, благородными, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его властью. Это государственный переворот. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Thank you.